что начинаем геноцид, я играю на синих, будем пиздить красных. У красных есть, по крайней мере, одна агрессивная мразь, которая бегает наверху. Ничем, пожалуй. Я плохо отспавнился. Арбалетная мразь там бегает, я давно в эту хуйню не играл. Значит, можно было много раз убить, пока я бегал в этих. О, у нас есть чувак, который умеет пользоваться лонгджампом. Возможно, он что-то умеет. Мне сейчас очень непривычно играть в эту хуйню, потому что я несколько недель не играл. Ну, видно, это лох попался очередной какой-то, блядь. Не смог мне даже домашку внести, не смог по стене за моей спиной, блядь, не целиться из базуки, сука. Тупая мразь, блядь. Сука, блядь. Их холёные, блядь, маслята. Хуяк. Тупая мразь не смогла. А вот этот мразь смогла, сука, тупая какая-то мразь. Сука, блядь, я тебя убью нахуй. Сука, я воин, блядь. Вот сучара, а. Сейчас пойду им всем там пизды дам. У меня территория, блядь. Мой сервер, мои правила, блядь. Сука, блядь, а? Высовываются отсюда, блядь, мразок. Ну где вы там, блядь, а? Где? Чё, кончились? Сучара, а? Ну всё, пизда ему. Надеюсь, там сверник стоит из арбалетов. Что, сломался? Сука. Вот это плохо. А, он, конечно, не может с этого дерьма, блядь, попасть в него. Попадать ведь сложно, блядь. Да идите все нахуй. Вот, сука, не получилось зарать эту хуйню в последний момент. Идем разберемся, сука. Конечно же ты мне не попадешь, бля. Из Гаусса придрело строят рядом со мной. Всем что ли хуел? А если я тебя убью случайно, блядь? Гаусс заряжает, блядь, рядом со мной. Да кто, сука? Тихонько пьяного журавля, говори мне с ублюдками. Слабо попасть в меня, блядь, сука, а? Слабо, сука? Хоть раз попадешь? Молодец, блядь, сука, молодец. Эй, лечил, ты нечестно использовать, сука, мразь. Вот пидоры, блядь, со всех сторон положут, ублюдки, суки, мразь. Дерьмо. Иди сюда, блядь, разберемся, сука, блядь. Сука, блядь. Хуяк. Наверху, блядь. Я еще хорошо, конечно, вижу. А там наверху какой-то пидор сидит, я знаю. Блять, где весь Гаусс, сука? Дайте мне Гаусс, я переверну мир. А то и несколько. Ты когда-то был
Один чмошник. Видимо, его вспылили. Вот сука, блядь, за 4 выстрела ни разу не попал. Я говорю, что скилл не пропьешь, сука, блядь. Сука, блядь. О! Не, ну серьезно, я не боюсь этого ублюдка. Главное стоять в правильной точке, не давать гаусс, он тебя убьет через стену, блядь, и все будет хорошо. Просто заебись, смотрите, сейчас этот пидор пойдет, и я промахну, блядь, и хуя ему не сделаю, блядь. Ну конечно, блядь, хуя. Все очень плохо, короче. Сука, блядь. Проблема в том, что они на нашей территории нас унижают. Хуя там чел, всех расхуяривает. Где этот ролловый хуйня, блядь. А вот ролловая хуйня, а нет, не ролловый. И что же хуйня? Ты сука, а, блядь? Где там эта сука? Я хоть раз попаду Гауссом, будет у него две смерти, блядь, не одна. Не, ну с арбалетчиком стреляться из дистанции, это вообще гнилая тема, блядь. Так, надо найти, откуда меня убил, ну, блядь, какой я не вижу. А, ну, видимо, там делать. Во. Смотрите, как по стеночкам, блядь, стреляет, по уголкам, блядь. Неужели мужик так пропрыгнул? Вот ведь пидрило, а? Промерливый. Не, ну блять, это охуенно, блять, передвигается. Я ведь не знаю, куда стреляю, вообще похуй. Че, будешь стрелять, сука, через стенку? Давай, сука, я слушаю твой гаусс. Ну блять, ты чё, не мог? Трусливая хуйня, блять, сдохла, да, сдохла, блять. Пидрила, блядь, сука, блядь. Интересная, блядь, история. Хуя тут кто-то целится, блядь. Типа я не вижу, да? Ну откуда опять стреляют? Опять откуда-то у него базука взялась. Отлично, блядь. 210. Играю на расслабоне, все равно, блядь, забыл эту хуйню, блядь. Возможно, я бы расщепил этого пидора, если бы у меня был жампер какой-нибудь там, хуямпер. Если бы я смотрел по сторонам. Я не знаю, что мне еще нужно.
еще мне, блядь, не нужно. Себе хотя бы половину случаев попадал с этого, блядь, ебаного арбалета. Возможно, было бы уже проще. Ну нет, блядь. Это ж я никогда не попаду ни в кого. Особенно за арбалет. Блядь, я даже арбалет, блядь, не выкидывал из инвентаря, когда подбирал новый. Вообще законно? Не знаю, что за карту выбрать, блядь, все равно тут свидоник, как собака. Your team has the flag. Хуя. Я даже попал в кого-то. Охуеть. Что это такое было-то? Red flag return. Хуя, я еще попал. Вот тут еду, наверное. Видимо, скиллы все-таки остались, блядь, еду там. В отдалении. Но сейчас я чувствую, что меня пойдут, блядь, уебывать, блядь, в нулину просто, в лимусину. Поэтому я пошел. Your team has the flag. Я ничего не боюсь, блядь. А то ли бояться. Red flag return. The enemy has your flag. You have the flag. Пияй косой. Есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. Ух, пиздец, блядь, с командой даунов играть против каких-то, блядь, команд, блядь, я даунов. Ну, по крайней мере, большая карта иногда выравнивает шанс, потому что оставляет драться один на один. Ну, сейчас, наверное, поинтереснее будет, потому что за меня будет этот невероятный Warrior. Так, да, нужно красных пиздить, конечно. Я забыл самое важное посмотреть. В этом режиме постоянно нужно перестраиваться, блядь. Хуяк. И сдох, блядь, сука. Хуяк, и сдох еще раз, еще мне небось гаусс придет. О, спасибо большое, чувак. 10 из 10 всегда бы такие друзья. Оп, кто-то там отстал, хуяк. Что, пойдем проверим урожай? Расхуярили, ублюдка. Ты охуел, как там оказался, пидор? Ну. Видели вот этого ублюдка, блядь, вообще, блядь, ни хуя попасть не может, никуда не может, блядь, сука. Давай, иди сюда, блядь, разберемся, пидор. Не, ну, конечно, охуенно весело играть один против нескольких, блядь. Блядь, шанс, конечно, уравнивается, потому что, блядь. Если бы я попадал хотя бы в половине случаев, то это было бы уже двойки. Большой урон по хп. Пидрил, иди сюда, разберемся. Что-то не кажется, он бегает сверху? Да, не кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Великая пауза. Трусливая хуйня, куда ты сбежала, блядь, мразь? Не, ну пусть берет флаг, пуля, ладно, он победил, все, я сдаю, блядь. Я просто буду, блядь, сидеть в том углу, блядь, пока этот педрил и набирает себе фраги. Нахуй мне вообще с ним воевать, блядь. Так нормально, блядь, все хорошо, блядь, суббота, отдыхаем, блядь. О. Нет, я не могу сидеть, когда у меня нет базуки, потому что он может пытаться меня убить, блядь. The enemy has your flag. Ну ничего, он там флаги пособирает. Red scores. Все нормально. Ха-ха, педрила тупая, ха-ха. Ах ты сука, блядь. Всем охуел, мразёныш. Не, ну блядь, вы это видали, блядь? Шахтёр, блядь, мушкетёр. Минирует, блядь, базу свою, охуел вообще. Вы, блядь, вообще, блядь, выбежал, блядь, из-за флага, блядь, спрятанного выбежал. Накладка-то вообще незаконна. Блять, я, конечно, ошибку совершил, блять. Я запутался в ящике, блять. Почему я не мог через него пройти? Он дерганый какой-то, блядь. Конечно, в команде всегда должны быть психи, дауны, аутисты. Шаги. Ну давай, сука, высовывайся. Хуя! Так, блядь, как ты, блядь, вообще? А, это не тот, это, блядь, другой пидор был. Конечно, блядь. Главного босса этой карты, блядь, конечно, я не встречу. О! Вот сучара, а. Я не понял, зачем вообще с ним, блядь, играю, если, блядь. Играл одни ворота. Я не знаю, что это за хуйня была только что.
Ну, чтобы отнять флаг, нужно, блядь, победить того пидора. А так как у него одна смерть, очень маловероятно, что кто-нибудь когда-нибудь победит. Меня с всех сторон окружают. Или по звукам. Блять, меня стреляют, блять, отовсюду. Пиздец, а? А просто потому, что какой-то пидор сидит наверху. О, хуя, я смог этого пидора убить. В общем, чисто, блять, на везение, сука. Охуенно, блядь. 200 из 10, блядь. Блядь, я еще раз убил этого пидора. Охуеть, а? У меня возвращается, блядь, не знаю, дух геноцида. Правда, мне 4 хп сейчас, у меня любой лоб сейчас ебнет с пистолета. А он там с базукой, блядь. А, нет, я с ним собираться не буду. Опять кто-то где-то там, блядь, наверху, видимо, бегает. Там, не знаю. Где еще-то, собственно. Конечно, наверху, хули нет. Ты ж не наверху. Я ж туда не побегу. Чё? Там угол. А в углу можно, блядь, от Гаусса сдохнуть. Плохо дело, что я из этого дерьма. По тому дерьму. И Гаусс подвезли. Чё ты делаешь? Всем тупой, что ли? Да, я, конечно, тоже не лучше, потому что... 50 домашки, блядь, спитал. 50 домашки. Чё такое вообще было? Сейчас нужно сваливать, чтобы по меня Гаусса не снесли нахуй. Вообще мне имеет смысл сбегать и отнять этого лоха. Флаг. Где ты там, цыпленок? Конечно, кто же счёт, блядь, кроме него? Цыплёнок умер. Оп. Ещё один цыплёнок поджарился, блядь. Бля, ну сколько цыплят-то? Я не могу всех убивать сейчас. А вот старый я убил бы его, наверное, с первого выстрела, блядь. Значит, за хуйня тут светилась, так что у меня брюки, блядь, я не знаю. Я что, немного того. А, ну конечно, ну у нас же флаг спиздили, как обычно. Хули бы нет, это ж флаг. Он нужен для того, чтобы его пиздили. Это союзники, не нужно, чтобы их пиздили. Это что-то вообще ни о чем было нападение. Я не знаю, что такое, блядь, было. Охуенно просто нападение на меня. Best carry EU.
Чего вы не спиздите? Флаг ты хорошо. О. Теперь вообще отлично. Че так принес? А, конечно, наш флаг. Теперь нас тут убил этого пидора. Охуевшего. Видимо, только я один могу это сделать. Ну, то есть у меня же команда дауна, блин. Что она может сделать? Может ли она написать симфонию, придумать шедевр? О! Вон там бежит какой-то лох. Ну, конечно, блядь, сверху. Откуда же еще он может напасть? Что характерное, что ему я могу противопоставить, чисто теоретически. Я могу его подкрулить на крыше. Ну там бежит кто-то, блядь. Сыпочка. Вот, блядь, смотрите, блядь, я готов сказать, что у него там скрипт на быстрое прицеливание. Быструю стрельбу, точнее, с прицеливанием. Арбалетный, блядь. Типа скриптами обмазался и считает себя боссом. Your team has the flag. Ну умер, ну чё, зато фраг не дал этому пидору. Он прыгает, ублюдок. Ну, блять, еще быстрая смена оружия, просто охуенно быстрая. Ну, кроме того, за что у меня был арбалет. Все хуй знают. Можно я не прав. Короче, просто охуенные, блять, ребята. Десяточка. Из десяти. Команда даунов с главным дауном в роли меня. Блять. Это на самом деле только моя проблема, что я не могу их убить. Вот видно, что товарищи переписываются. Ну хули бы нет, это же игра. Можно переписываться. Можно даже дружбу заводить. Так, я играю за синих, нужно пиздить красных. Начинаю сказать, что мы сейчас, блядь, сдохнем все нахуй. Все хуй из него знает, блядь. Пиздить красных, красных. Кто-то топает рядом, не знаю где. Это очень хуевое было сражение. Я мог несколько раз его там ёбнуть, если бы не купил. Ну, если бы был нормальным человеком, блядь, не таким недовоякой. О! Хуя он тут раздает. Не, ну что я сделаю, в принципе? Я ж не опасный. Вообще нисколько не опасный. Вообще, кстати, этот глок обоссанный, стал я.
Не нужно его оценивать. И предварительную стрельбу из базуки тоже не надо недооценивать, блядь. Как же плохо без скрипта играть. Ладно, тут я затупил. Возможно, этот флаг проебанный на моей вине. На моей совести, блядь. Я тут взрыв пакеты поставлены. Но они поставлены, скорее всего, на флаге, а на самом деле это не совсем верно, потому что флаг можно очень быстро подобрать и уже упрыгать. Лучше их ставить на небольшом отдалении, но больше. Хотя нет, я ошибся. Уже не помню, где тут флаг располагался. Ну и нахуй тут взрыв пакеты, если их никто не взорвет. Охуенно. Я тоже играл одни ворота сейчас, видимо, получается. Я фидоню как собака. Ну, сдох как лох. Я не буду с ним на монтировке. Мне вообще похуй. Мне серьезно похуй на монтировку. Мне серьезно похуй, что у него арбалет. Серьезно, все похуй. Сколько раз уже появляюсь, и меня пиздят на старте. На респе. О чем это говорит? Потому что я лох. Ну как обычно, блядь, прибегаю, мне дают пизды. Как обычно, блядь, с арбалетом пидор. Ну хули, ну блядь, как обычно, с другой стороны тоже арбалетчик. Блядь, и снизу арбалетчик, охуеть, а? И тут тоже арбалетчик. Какой-то он прочный был бы хуя. Это же игра в одни ворота, как обычно. Очень интересная, очень стрёмная игра в одни ворота. Мы сами виноваты в том, что не можем ничего им противопоставить. Блять, как обычно. Сейчас с двух сторон меня будет хуярить.
прачечная, не буду говорить, говорит. О, блядь, еще один товарищ. Конечно, блин. Давай, я жду. Не, ну, блядь, просто охуенно, что, блядь, с нескольких сторон меня начинает прессовать. О. Что это у меня в руках такое? Я смог куда-то попасть из этой хуйни. Теперь нужно плывать как флаг, я не знаю как. Жаль, при этом не сдохну. Не, ну я пойду в сторону своего флага. Там просто есть аптечки. Были аптечки, пока их не спит. А вот аптечки, да. Все заебись, все хорошо. Команда защищает. Охуенная, блядь, анимация, просто непонятно, где он находится. Обычно очередной, блядь, питерский арбалетчик. Не то чтобы я жаловался. Конечно, неправильно делаю, что останавливаюсь во время стрельбы из арбалета. И опять же неправильно делать то, что рядом с углами хожу. Все очень плохо, короче. Все очень-очень плохо. Пусть все очень плохо, но рано или поздно, наверное, мы победим в этой войне. Если враги умрут от старости в реале. Или если я начну что-нибудь полезное делать, то тоже может. Я что это было? Ты сука, а? Как там появился? Блять, опять я иду, и тут уже чьи-то лучки. Мне кажется, тут можно плохо оборонительный рубеж устроить. Ну, тут я сделал все, что мог. Я ж не знаю, что у него, блядь, броня была надета.
Я что, 5 команды проебала флаг. О. Хуя он тут раздает. Я не буду, блядь, монтировку с этим пидором махаться. У меня слишком плохое настроение для этого. Пусть пойдет нахуй. О! Ну, конечно, это не очень интересно было, потому что, блядь, у меня ебаный пистолет. По факту пистолет, конечно, мощное, блядь, оружие. Но только против всяких ламеров, которые не могут попасть со своего оружия. То есть, к примеру, блядь, бежит на тебя с пылесосом, ублюдок. Ты хуяк его пистолетом убиваешь. Вот, блядь, опять этот пидор с щитами своими, блядь. Заходит, как обычно. Еще один пидор с щитами. Конечно, все с щитами. Ну, давай выходи. Куда спрятался петушок? Что, думал, что я с тобой в шутке? Шутки шучу. О. Давай, давай. На таком-то расстоянии. Какой суперсолдат. Хули попасть не могу. Что за дерьмо? Я на такое не подписывался. Четверка бойцов бежит отдаваться. О, бля. Так, он бегает как ублюдок. Думал, что не попаду. Вот имеет смысл лежать прицел вот так, чтобы не увидели лучика. Думаю, что все, что вне безопасности. То можно мгновенно, блядь, повернуться и убить нахуй. Охуеть, это еще один флаг в нашу копилку. Какая же мы крутая команда, блядь. У меня, блядь, тогда половина, блядь, единиц. Охуенно. О. Обычно пришел читер. Блять, ну почему у меня не вырубился этот прицел? Короче, очень хуевая игра, не советую. Говнохлова, блядь, для лохов.